Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященному 85-летию кавалера Ордена Кадырова, Государственного академического ансамбля танца «Война». Я рад приветствовать вас на большом юбилее 85-летию нашего легендарного ансамбля «Война». Очень приятно, что сегодня наше мероприятие посетил глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который всегда уделяет пристальное внимание всем работникам культуры. Указом президента Российской Федерации присваивается почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Байсаровой Марит Дениевне. Указом главы Чеченской Республики награждается орденом Кадырова Шагидаева Мадина Батрудиновна. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Авторханов Абумуслим Исмаилович. Почетное звание «Народный артист Чеченской Республики» присваивается Абубакарову Адаму Дукваховичу, Мусалаеву Хасану Хусейновичу, Шахбиеву Ломали Рустамовичу, Мамаеву Аслану Хампашаевичу. Почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики» присваивается Ахматову Исе Хизировичу. Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждается Асхабова Асет Шаравниевна. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждаются Тимирхаджиев Гаперджан Цуцуевич, Шабаев Адам Хаважевич. Для получения ключей от двухкомнатных квартир от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова на сцену приглашаются Аслан Мамаев, Илина Исраилова, Зулгаджи Гаджиев. Рамзан Ахматович, Дерез Хуйлон, Далси Дуэлха, Аштакш Дулсах, Аймани Несию Новой Холк, Нин, Далса Дуэлх. Я хочу обратиться к великому сыну чеченского народа, герою России, главе Чеченской Республики, Рамзану Ахматовичу Кадырову. Большое вам спасибо за этот труд, за это понимание. Вы понимаете душу танцора. Вы вдохновили всех артистов. Посмотрите в Чеченской Республике, сколько профессиональных коллективов. Белой завистью мы все руководители завидуем. Сил и вам, вдохновения, Рамзан Ахматович. Спасибо большое. В 2002 году, когда в Москве Ахмат Хадж Далгазат Обл Дуэтсон выступал на юбилее Войнаха, он с сожалением говорил о том, что когда-нибудь и у нас будет зал такой, где мы сможем отмечать все праздники, все юбилеи.
И сегодня мы видим этот результат, мы видим его труды, мы видим плоды героя, который не пожалел своей жизни за то, чтобы мы сегодня с вами вот так процветали. И сегодня его путь продолжил герой России, наш уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров. Давайте поаплодируем Ахматхаджи Кадырову за то, что сегодня мы здесь собрались, за то, что у нас есть возможность сегодня вот так собраться в этом шикарном зале, в этой шикарной республике, благодаря этим людям, которые сегодня для нас делают все. Ларми Пача, Алла Рейс Хелхон Визендейл, Дал Алшвойлхо, Дал Дукдах Дойшо, Айшат, Дейл Рейс Хелхон.